Карантин карантином, а занятия по расписанию. В Одесской юракадемии, Международном гуманитарном университете учебный процесс продолжается с помощью занятий онлайн. Студенты с помощью платформы Zoom виртуально по расписанию встречаются с педагогами и проводят лекции и семинары. Педагоги отмечают, посещаемость виртуальных занятий даже увеличилась по сравнению с аудиторными. А в случае, если студент по каким-либо причинам пропустит онлайн-занятия, предусмотрено явочное время, когда можно сдать любое задание точно так же в дистанционном режиме. Кроме того, в Google формах созданы электронные журналы, где студентам выставляют оценки, а доступ к таким журналам есть только у преподавателей и сотрудников деканата. Сразу же на следующий день после объявления карантина президент университета Сергей Васильевич Кивалов собрал руководство университета и поставил четкую задачу организовать дистанционное обучение. В соответствии с этим расписанием, начиная с 8:30 до 14:40, каждый день проходят все абсолютно пары в дистанционном режиме. Доброго дня. Доброго дня. Я вже слідкую сам. З самого початку, як ви проводите своє заняття, молодці, бачу викладач. Гарно працює. Студенти долучилися, молодці. І за рахунок цього в нас відмінно проходять заняття. Я можу опитати всіх, виставити оцінки. Відповідно, це, в принципі, позитивний варіант проведення занять, особливо враховуючи карантин. Ми влились в це, вже пару днів займаємося. І да, подобається. Звісно, в аудиторіях набагато краще, але так також хорошо. Напомню, для каждого факультета университета педагоги кафедры иностранных языков создали Google классы, в которых организовали видеокурсы изучения юридического английского языка. Также разработана авторская видеопрограмма Legal English для онлайн-изучения английского языка. Этот курс является уникальным для украинских вузов. В то же время для Международного гуманитарного университета форма онлайн-занятий тоже не новая. 7 лет назад здесь появился центр дистанционного обучения. Уже тогда преподаватели читали лекции для иностранных студентов, у которых не было возможности приехать в Украину. Я хочу сказать, что ежедневно по расписанию, которое составлено учебным отделом, студентам читают лекции. Для всех студентов Международного гуманитарного университета все преподаватели сегодня оснащены технически, оснащены информативно, для того, чтобы в спокойном режиме читать студентам лекции. И хотелось бы отметить, что студентам эта форма очень понравилась. Знаете, это очень интересно, когда преподаватель онлайн выходит и читает лекцию в онлайн-режиме, студенты задают вопросы, потом по имейлу им отправляются задания, тесты, и они спокойно готовятся к учебному процессу. С понедельника по пятницу студенты получают ссылку и могут перейти и продолжить свое обучение дистанционно. Они получают домашнее задание, они выполняют это самостоятельно, но и при этом работают с преподавателем. Занимаются онлайн и студенты Одесского медицинского института МГУ, ведь совсем скоро им предстоит сдавать тестовый экзамен КРОК. Для подготовки к тестовым экзаменам КРОК 1 и КРОК 2, которые являются обязательной частью медицинского обучения, мы используем модуль, программу, которая позволяет в мобильном телефоне проводить тестирование студентов. Этой же программой мы проводим тестирование знаний дистанционно каждого студента по закрепленному материалу, по рубежным контролям и зачетам. В университетах проводить дистанционные занятия будут до официального окончания карантина. После его завершения это позволит студентам успешно сдать сессию, а отличникам получить свои заслуженные автоматы.